У нас настільки прекрасна гостя, ви собі навіть не уявляєте. Давайте я вам таку маленьку історію розкажу. У мене є товариш, у якого дідусь у 75 років освоїв роликові ковзани і тепер катається в Парижі, тому що його онук і сім'я з радістю йому ну, допомогли в цій подорожі. І сьогодні ми будемо говорити про те, що ми абсолютно будемо руйнувати стереотип. Так, бо кажуть, що іноді люди поважного віку не вміють телефонами користуватися і ще чимось. Ні, це абсолютно неправда, тому що вік це не перешкода. У нас у студії Жанна Саврилова. Доброго ранку. Доброго ранку, добрий, університету добрий третього, день. третього да. світу. У да. третього віку віку. 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 Так, вік не перешкода. Давайте так. почнемо з того, як утворився університет, бо це досить цікава тема. Спасибо большое, что пригласили, потому что я очень буду рада, если сейчас меня все услышат и добро пожаловать, кто к нам захочет в университет. У нас всегда открыты двери, мы принимаем всех желающих, главное, чтобы был энтузиазм. И, конечно, самое главное, хочу сказать, что я представляю благотворительный фонд Let's Help, так. который в этом году, в январе месяце, первый, кто организовал украинский пенсионный форум. Uh -huh. И тематика была это достойная старость в Украине. Это важливо. Да, и вот за результатами этого форума были избраны два проекта, в том числе университет третьего Бику, который я возглавляю, который я создала в 2009 году и который уже функционирует 11 лет. Что нас на створение такого университета? Я все время думала, все для молодежи, все для так. детей, да, это наше будущее, это действительно хорошо, но э, в 2009 году как раз вышел закон о волонтерстве, потому что без волонтерства, конечно, такой проект я бы не смогла создать, э, так как он не на государственном уровне. И все для молодежи, повторюсь, а вот для людей элегантного возраста, как мы их называем, да ничего нет. Это было печально. Я смотрела, как они собираются такими маленькими группками в библиотеках, в территориальных центрах. И я поняла, что людям это интересно. Но, конечно, я не думала, что университет будет существовать столько лет, и что у меня будет по две с половиной тысячи студентов каждый год. Я думала, что этот человек сто будет которых немножечко я сделаю счастливым вместе с нашей командой, которая работает. Но, как показала практика, желающих очень много. И не только в Киеве. Сейчас эти университеты открыты уже по всей Украине. И это очень радует. И тему э, людей вот, э, элегантного возраста, которую мы подняли да, с нашей командой, уже и в Киеве есть люди, которые этим занимаются. И я низко кланяюсь всем, кто вот так относится к такой категории людей? И как жизнь показывает, э, дальше пенсионеров будет больше. И это пенсионеры, которые хотят драйва, wow. э, которые хотят э, заниматься, продолжать э, слышать и видеть что-то интересное. Поэтому я еще раз повторюсь: добро пожаловать к нам в благотворительный фонд в университет Третьего Вику. Поэтому Пани Жанна, хочется узнать все-таки, какие дисциплины в университете полюбляют люди элегантного века? Вы знаете, если брать 2009 год и сейчас 2021, конечно, с 9 по 18 больше шли это компьютерные технологии, так. потому что это все было новое, это все нужно было, и, конечно, эти факультеты у нас были переполнены. На втором месте ⁇ это филология. То есть мы обучаем, у нас есть английский, немецкий, испанский. И, как показывает практика, иностранные языки очень востребованы. Мало того, что они тренируют память, они хороши для здоровья да, в таком возрасте. Ну и очень много детей за границей. Поэтому хочется общаться нашим, <с blended language> нашим студентам. Мы их называем студентами, никак иначе. Вообще у нас 15 факультетов, 15. Так, а есть какое-то да. физическое, может Есть, у нас это называется дисциплина здорового способа жизни. О. И там у нас все, фитнес, йога, бальные танцы, там у нас лекции читают доктора разных направлений, скандинавская ходьба, у нас есть гимнастика китайская по технологии цигун. Это дыхание, правильно? Да, да. О. Да, это то, что вот просто необходимо. Потому что здоровый способ жизни у нас хорошо развит. У нас есть интерактивные игры, у нас есть настольные игры. М -м -м, ну, много чего, эстафеты спортивные мы делаем. Некоторые посещают бассейны, там, где нам разрешают немножечко со скидкой, так. потому что цены в Киеве, конечно, на бассейны кусаются. И для пенсионера, которые получают минимальную пенсию, я не говорю, что те, которые среднюю получают и высокую, а минимальную, а мы больше о этих думаем, которая минимальная. Поэтому мы договариваемся, где можно, со скидкой. Они у нас ездят, у нас есть очень хороший факультет ⁇ это краеведение ⁇ потому что, живя в городе Киеве, очень многие не знают истории улиц, так, исторических мест в городе Киеве. И поэтому у нас каждую неделю проходит по две, по три пешеходных экскурсии. Вот вчера была, у нас было 46 человек на пешеходной экскурсии. Класс. А да. какой маршрут был? Вчера был Турханов остров. Да, они оттуда начинали и уже шли по набережной. Это, это все рассказывал экскурсовод. На пляжику ведь почевали? Не успели. Полтора часа экскурсия и, конечно, то, что рассказывают наши экскурсоводы, это дорогого стоит. Знаєте, хочеться зараз, я провів паралель між своїм університетом, де я навчався, і нашими викладачами, і хочеться дізнатися от, у ваших студенти. Так? так? Іноді, коли студент приходить на перший курс, от, хтось запам'ятовується, так? Так. є у комусь щось, а є просто студенти. Мені здається, що ваші студенти от, от, от вони усі різні і вони всі запам'ятовуються. Індивідуальні, є, так, індивідуальні так. Студенти, студенти, які от просто підкорюють. Есть, конечно. Ну, во-первых, у нас в университете это же не говорит о том, что все, человек элегантного возраста, и он сидит себе спокойненько, слушает. У нас есть разные, и шибушные, и те, которые нарушают дисциплину, и те, которые там позволяют себе опоздать или разговаривать на мобильном телефоне во время лекции. Разные есть. Но я хочу сказать, что у нас уже есть четыре пары, которые сложились в нашем университете. Пары О, пары. Это, смотрите, Класс. пусть их четыре за это время. Но это для меня очень дорого. Это люди, которые нашли себя здесь. Это очень а, круто, да, правда? Да. Це безмежно мило, знаєте? Я зараз уявляю ось цей елегантний вік. Я просто завжди завжди, от якщо на вулиці йдеш кудись і бачиш пару елегантного віку, але вони ем, настільки разом і настільки так. з ніжністю ставляться один до одного, що навіть молодь, яким там по 15 років, у яких перше кохання, так. навіть не зрівняються з цими відносинами високими такими дійсно. Знаете, я это называю мудрость. У них тоже в молодости так. все было. Наверное, были и какие-то мини-скандальчики, и непонимание друг друга. Но с возрастом это мудрость. Но самое главное, что у них есть, то, что они дорожат друг друга. То есть они умеют идти на компромисс, они умеют слышать друг друга. То, чего сейчас молод... ну, вот среди молодого поколения, ну, все, поругались, разошлись, разбежались. нет. Поэтому, а здесь люди слышат друг друга, уміють повторюсь идти на компроміс. І вот такі вот пари, коли ми видим, коли вони йдуть за ручку в такому да, нас це трогает. І я думаю, що з них потрібно брати пример. От сто відсотків. От хотілося б повернутися ще до навчання в університеті. Ви сказали, що є окремі факультети, да. е, які є спрямування і які на них дисципліни викладаються. того, мы поговорили так про здоровый способ жизни, окрім этого? литературный, ага. культурология, там где они изучают историю культуру мира и религии мира, это очень интересные лекции. У нас есть дизайн интерьера, у нас есть психология. И именно в дисциплине психологии у нас есть такие, как арт-терапии. Угу. И на данный момент востребована эта нейрографика. А, да, То это новое такое? направление. Оно здесь вот в, на Украине всего три года набирает обороты. Занятие идет три часа. Они угу. рисуют нейронами и выводят себя из стрессовых ситуаций. Із депрессии, то це така знаєте арт-терапія, которая, якщо вот вывести хоче дійсно вивести из таких ситуацій, то я советую всім нейрографіку. Це знаєте, вражає. Я, у мене було питання, але от під відчуттям ось цих емоцій, я собі завжди ну, от уявляю, як там у вас проходить це. І я втратив... Весело у нас проходить. А, так, весело. І, ви знаєте, я навіть не сумніваюся в тому, що весело. А, хочеться просто, знаєте, також, можливо, це таке чуттєве питання, але все одно, от хочеться дізнатися, от, які емоції, коли ти дивишся на своїх студентів, а вони кардинально міняють своє життя. Вони. Разумею. Особенно слезы, знаете, когда нам, конечно, локдаун, как и всем, немножечко подпортил жить, но ничего, у нас все равно функционирует, и мы сейчас занятия проходят, мы решили не уходить на летние каникулы, потому что много пропущено, поэтому они сейчас у нас занимаются. Но каждое 1 октября у нас идет посвято в студенты, это для тех, которые приходят новенькие. И к нам, это, конечно, концерт, это большой зал, потому что людей много, и вот когда э, приезжает к нам, спасибо большое, акапельно поет хор с университета Тараса Григорьевича Шевченко, э, Гао Амус, и когда я стою за кулисами и смотрю, как мои студенты, две тысячи, встают и слушают Гауде Амус и поют, вот тогда у меня слезы. Тогда, наверное, разумеют, что все не просто так. Да, тогда появляются силы, желание дальше идти и дальше развиваться. И мы сейчас тоже делаем такую немножечко, меняем направление дисциплин в университете, потому что э, то, что было тогда модно, и тогда это востребовано, сейчас это уже совсем другое. вот э, Сейчас очень много спрашивают у нас это, обучать будем смартфонами, как пользоваться. Э, самое главное, оплата коммунальных, как создать кабинет. В, интер О. в интернете, да, как показания счетчиков, потому что для молодежи это все доступно, и вводим еще две дисциплины, мы поняли, что сейчас люди немножечко здесь грамотности не хватает, это финансовая грамотность, uh -huh. обязательно, так. почему, потому что это как пользоваться даже тот же монобанк, который сейчас доступен, да, беспроцентные переводы денег и тому подобное, мои студенты немножко в этом теряются. Поэтому финансовая грамотность, обязательно мы ее сейчас начнем. И начнем для, новая для нас дисциплина, это социальное право. Потому что, знаете, как не знают законов, так. не знают своих прав. А они на самом деле у них есть. И поэтому нужно их просто им рассказать, преподнести чтобы они могли этим пользоваться и наконец-то поняли, что есть социальная защита. Так, это тоже важно. Это очень важно, потому что у многих там кто-то лежачий дома и она не понимает, почему ей там нет доплат, хотя они есть, существуют. И вот мы будем, вот это две новые дисциплины, которые мы вводим в этом году. Ну, тут, знаєте, хочеться ця... враховуючи все ж таки те, що ми теж з Альоною проходили університет, так. колись наш ректор сказав, що ви знаєте, ви у вас у всіх студентів є одна така риса характеру, ви можете навчити новому. Так, от, так. ваші студенти, чи є якісь там моменти, яким ви навчилися у ваших студентів? О, щоб я не навчилась у них, Вы знаете, наверное, все-таки той терпимости и мудрости. Вот то, чего я у них больше взяла. Потому что если брать дисциплины, то мы их обучаем. Здесь я у них не могу научиться. И как практика показывает, это у меня все начиная там с 36 года, да, и, и, выше. Это самые востребованные профессии у них были инженера, инженер-строитель, инженер там еще разных направлений. Это педагоги, это медработники. И, конечно, когда их слушаешь, это люди, которые читали, люди, которые учились. То есть есть вот в них эта заложенная грамотность. И вот они продолжают дальше в себя это вкладывать, эту грамотность. Вот этому я у них учусь, это однозначно. И много читаю, потому что иногда задают такие вопросы, что не хочется пока... Я же все-таки руководитель да. университета. Не хочется показаться, что ты немножко ну, как-то уступаешь, поэтому очень много читаю в разных направлениях. Поэтому... Ну вот... Но так вот, чтобы я у них что-то научилась, то нет. Терпимость и мудрость, да, это есть. Какие <связывание> наиболее такие достижения ваших студентов? <связывание> Помню курс, который вот пришел в 10, 11, 12 год, 15, даже 16, <связывание> когда они обучились компьютерным технологиям разным когда они научились фотошоп делать, да, тогда же еще этого, ну только это все начиналось, Но казалось так, бы, не так не дали, да, mm -hmm. не это. И вот они начали делать уже слайд-шоу, документальные фильмы, они oh. у меня есть на дисках, да, как в подарочном варианте. Вот это для меня была гордость. Гордость была тогда, когда они начали путешествовать. Потому что, знаете, как, когда едет сборная да, в автобусе молодых так. людей, это одно. А когда человек, допустим, в элегантном возрасте и хочет поехать куда-то за границу, да, в тур какой-то, и он себя не видит с этой э, компанией. И когда нам турбюро организовало, и они поехали в Париж, 55 человек, и когда там у них брали интервью, я смотрела – вот это была гордость у меня. То есть мы показали, что это все можно. Сейчас я уже вижу, когда мы начинали, тогда этого не было. Сейчас уже все, уже ездят они свободно, на разные, в разную за границу ездят, ходят уже в Макдональдс, не стесняются, заходят в ресторан. А тогда они себя считали как-то немножечко ущемленные в этом. Им было как-то стыдно. Сейчас нет, уже не стыдно. Это прекрасно. Это уже они считают, уже идут с гордостью. Помните, как великая актриса Ольга Арусьева говорила, старость нужно заслужить, она не всем дана. Вот так. Вот. И эти слова, я когда слушала ее интервью, я поняла, что в этих словах это весь смысл, что действительно нужно заслужить. А сейчас они уже, видите, организовались уже какие-то группки. Вот мои студенты там они сделали... Вот орел и решка на пенсии, да, команда. О, да. класс. Потом девочки, которые ходят и в жизни люб, и к нам пересекаемся. Мы, да, потому что и те делают благое дело, и мы делаем благое дело. Они организовали вот эти вот стильные бабочки. Это тоже группки. То есть мы все-таки положили начало, я не боюсь этого сказать, потому что тогда этого нигде не было, что нужно не бояться. Нужно себя показывать в любом возрасте. Только правильно показывать. Вот это важная грань. Не просто там с ума сходить, а, а грамотно, интеллигентно себя преподнести, и все и залог успеха у каждого пенсионера. И не, ну, есть же пенсионеры, которые на дачах, им не интересен университет. Они мечтали всю жизнь выйти на пенсию и копаться, сажать цветы. Это дачники. Тоже можно сказать, что они нашли себя, им не скучно. Категория, которые сидят на лавочках. Понятно, вы их ничем не сдвинете, потому что так. все устали от жизни, сидим на лавочке, рассказываем, как вокруг все плохо, и настолько привыкают к тому, что рассказывают, что все плохо, что не видят, что есть хорошее. Понимаете? Так, это большая проблема, дурачо. Да, вот Let's Help, благотворительный фонд, в котором я работаю, и я очень рада, я горжусь этим, потому что это крупный международный фонд. Их в основном вот слушатели, которые сейчас вот нас слушают и видят, наверное, знают по кинотеатру «Жовтый», угу. Потому что Let's Help там постоянно, регулярно делал кинопоказы. Людей было очень много, очереди стояли с восьми утра, занимали. Значит, это востребовано, значит, мы этого хотим. Так. Вот. А потом, когда человек приходит с университета, бабушка, и приходит университет, с университета внук, бабуля, как у тебя в универе дела? Двойки есть, опоздание есть. То есть есть уже темы общения, понимаете? Это даже статусно для дедушки и бабушки, что они занимаются в университете, причем изучают, я же говорю, у нас дисциплины разные. Вот. Мы даже вот сейчас, в этом году, еще у нас те, которые играют в проферанс, в покер, не на деньги, нет. Да, да но у нас занятия в первой половине дня, и вот они говорят, ну как это в проферанс сидеть вот днем? Мы же привыкли это делать вечером. Но мы их объединяем, даем им помещение, где они могут этим заниматься. В удовольствие, в радость. Поэтому у нас есть настольные игры. У нас и в тот же крокодил мы играем, и в монополию мы играем. Ну вот до, вы же дома с бабушкой не будете в монополию играть, у вас времени нет. в а, монополию играть не буду, и не просто потому, что часу нет, так, а потому, что вот, вот она не захочет, я это знаю. Но там, я понимаю, я свою просто уже хочу до вас отправлять, я понимаю, да. что там пишется идеально. Мы ждем. Прием у нас есть, мы его осуществляем каждую пятницу, люди у нас идут. Те, которые у нас учатся, они делают перерегистрацию, мы должны понимать, сколько у нас людей, чтобы обеспечить у нас педагоги все волонтеры 112 педагогов на самом деле это золотой фонд университета как я говорю потому что только человек с добрым сердцем может бесплатно преподавать английский так. ну согласитесь или тот же компьютер или ту же психологию где они сейчас психологи востребованы они заним... ну, могут зарабатывать деньги а к нам приходят поэтому, Якщо кто мене зараз услышит, и я буду рада, якщо хтось предложит нову дисципліну, свої можливості. Добро пожаловать. У нас прекрасний благотворительний фонд. У нас всі хороші з добрим серцем. мы ми всіх вот таких вот приймаємо. Клас. Ну і давайте на завершення поради для наших глядачів, як завжди бути молодим. обязательно, вот я ко всем обращаюсь, обязательно найди тему, которая вам интересна. И на самом деле в Киеве, вот те, которые живут в Киеве, да, очень много есть, что делают для людей элегантного возраста. Если они не хотят к нам в университет, а хотят каких-то там спокойных таких дисциплин или просто для себя в удовольствие где-то пройтись, то знаете, что и музеи, делают очень много концертов интересных, и у них есть клубы досуга. И добро пожаловать к нам. У нас вы будете вечно молодые. Это сто процентов. Класс. О, то, ему то вам. У нас так. дискотеки, у нас праздники, у нас пляжные вечеринки, поэтому у нас хорошо. Дякуємо вам за таку щиру відверту бесіду. Нагадаю нашим глядачам, що з нами була Жанна Саврилова, ректорка університету третього віку. Дякую, що були з нами. А щоб таких відео було ще більше, не забувайте підписуватися на наш ютуб канал. Ну і звісно, не забувайте поставити лайк, підписати коментарі і обов'язково увімкнути дзвіночок, аби не прогавити новий матеріал. Uh we'll right you